такой послушный голубь, никуда не улетает. Как это все достигается? Ну, сперва добрый вечер. Давай. Добрый вечер, да. Друзья, наверное, как вы уже догадались, вот так вот начинаем мы отмечать день рождения цирка и представляем вам наших сегодняшних гостей. А еще и петух выйдет в продолжение нашего выпуска. Ой, кто еще только не выйдет в продолжение нашего выпуска. В общем, ну, не впервые на арене, а уже в который раз в нашей программе наши друзья. Это артисты Рижского цирка, не только артисты, бессменный руководитель Рижского цирка Лоля Талипинска, а также только что выступала замечательная, прекрасная артистка цирка Николь Короленко со своим белым подопечным. Проходи, Николь, садись к нам, присаживайся. Ну что же... Ну и также гость из Санкт-Петербурга Анатолий Федоров. Вот он. Клоун из Санкт-Петербурга. Добрый вечер. Как я понимаю, участник новогодней программы, да, которая программа прямо сейчас готовится. Расскажите, пожалуйста, когда будет проходить представление, где их может увидеть зритель? У нас одно представление осталось. Все. Мы на следующем году заканчиваем свою деятельность уже 3 января. 3 января у нас одно представление в помещениях ТЮЗа. То есть это «Умань Агаты Вадина». Здесь рядышком, и мы там уже подготовились к тому, чтобы показать там вот завершающее представление нашей новогодней сказки. Лолит, а есть какие-то новости по поводу здания Рижского цирка? Что происходит? Ну, когда здание... откроется? Откроется ли? Нет, это я не знаю, когда откроется. Здание пока, оно закрыто, оно экспертами проверенное, можно не бояться, оно не рухнет. Это оно, здание в удовлетворительном состоянии, стабильное, вековое. Сейчас, в принципе, на стадии согласования с Рижским стройнадзором проект о консервации фасада, который, в принципе, ну да, есть смысл законсервировать и спокойненько мимо него ходить, до этого фасада. Что в это время делают артисты, где искать артистов Рижского цирка? Ну, наши артисты Латвии, слава богу, практически... Все заняты, за исключением нескольких, которые сейчас заняты были в нашей программе. Наши артисты Латвии, они хорошо ценятся, они профессиональные, высокого уровня. Кто находится в Германии, кто находится сейчас в Брюсселе работая, кто находится где-то были в Китае. Да, то есть по всей Европе в рождественских представлениях работают латвийские артисты. Ну, вы знаете, новогодние выступления артистов цирка стали уже такой традицией для нашего города. И в этом году, надо сказать, даже немножко непривычно, что вот сейчас мы не идем со своими детьми в Рижский цирк и не смотрим эти представления, которые ежегодно там показывали. Но вот хочется еще немножко поговорить о программе этого года. Тем не менее, она есть, она ее показывают. Вот чуть-чуть поподробнее еще. Может быть, клоун из Санкт-Петербурга тоже нам может рассказать о своей роли. Вот хотелось бы... Он знает, кто в этой программе есть, и он даже тот, у него большая роль, клоун, который говорящий клоун, который... И даже говорящий немножко на латышском. И на латышском говорящий немножко, да. Потому что артист, который латвийским зрителям, в принципе, хорошо известен, он уже приезжает. Да. Ну, Анатолий, рассказывайте. Рассказываю. Начнем с того, что как бы для меня было шоком то, что в Рижском цирке я не первый раз и работал, и елки, и просто в программе в цирковой. Но, чтобы масштабный проект с манежа перенести на сцену, это стоит большого труда. Потому что декорации остались практически те же, масштаб тот же, артистический состав чуть-чуть, может быть, поменьше, а так, в основном, конечно, работа проделана шикарная. То есть это надо дать должное. Довольно-таки интересная елочка получилась. Так, ну, клоунские выступления, значит, будут что обязательно еще? Обязательно будет. Обязательно будут дрессированные голуби, обязательно будут акробаты, гимнасты, эквилибристы. Куда без них в цирке. Гимнастические различные трюки не на манеже цирка, не на арене? Это очень ограничено. Это, конечно, очень ограничено, потому что надо понимать, что высота манежа у нас 12 метров, а ширина 12 метров только самого манежа было. Поэтому все такие воздушные, какие-то канатоходцы, которые тут ходят на высоте каких-то 7-8 метров, это невозможно. А на сцены они как максимум практически где-то 6 метров вообще-то, да,
холостников, и поэтому там работают такие маленькие соло воздушные номера. Это да, это. Но ну, это технически надо, невозможно, надо конечно. Сделать подвеску. Да. Во-вторых, надо как-то прицепить, если в цирке это все продумано, куда оттягивать, куда там. То есть клоуну в этом смысле не так сложно перестроиться и адаптироваться к новой сцене? Или тоже есть клоун, нюансы? Клоун – это вообще синтетический человек, который должен работать на любой площадке. Везде. Будь это парк, будь это цирк, будь это сцена, будь это вот прихожая в вашей квартире. Если он профессионал, конечно, ограничивает какие-то плоскости, да. Но это не принципиально. То есть клоуну, в отличие от акробата, от гимнаста, сориентироваться гораздо проще. Но тем не менее, я скажу, вот одна вещь. Есть клоуны, которые могут работать везде, но нету клоунов. Не все клоуны могут работать реально на цирковом манеже, когда те зрители вокруг и очень близко, когда ты... Ну, это другой контакт и другая ответственность, да. Поэтому... Конечно, вот наши клоуны, которые могут работать на реальном цирковом манеже, они это другой уровень уже для зрителей, которые смотрят на сценах. Мне не терпится уже задать вопросы нашей самой маленькой артистке. Николь, как давно ты занимаешься с голубями? Сколько вот потребовалось времени, чтобы подготовить вот такой номер? Ну, месяц-два. Ну, с каждой птицей. А с птицами ты до этого была знакома, или это вот твой такой первый опыт? Ну, немного была знакома. Так. А птица уже подготовленная, или вот ты берешь ее неподготовленную, и требуется месяц, чтобы она выполняла такие трюки и слушалась? Ну, одну птицу дрессировать, ну, неделю там, если дикий. А как ты ее дрессируешь? Расскажи, пожалуйста. Ну, сначала надо приручить к рукам, чтобы не боялся. Но ведь она совсем не улетает. Мне кажется, голуби такие трусливые птицы, они улетают, как только к ним приближаешься. Ну, уличные, а эти дрессированные, они, ну, только если их испугать, могут улететь. Кстати, Лолита, говоря о животных, как они пережили вот этот переезд, где они сейчас находятся, и то, что родных стен у них уже нет? Нет, ну, поймите правильно, это такой, ну, миф о том, что есть цирковые животные в цирке, да? Цирк не зоопарк, у нас нету животных. Вот у Николь есть это самое, у его дедушки есть, ну, вот это... Голубятник, да? Вот они и есть. Они там занимаются, и они в этом голубятнике живут, и она с этим животным работает, да? Это ее. Если у меня есть тигр, да, то это мой тигр. И я с ним катаюсь, и цирк ему предоставляет место, чтобы ему было удобно. Так же самое, то есть или слон, или собаки, да? То есть они все чьи-то, да? Поэтому, конечно, животные уезжают из цирка вместе со своими хозяевами, со своей семьей. Ну что же, я думаю, самое время представить наших еще одних артистов, если они готовы. Они у нас Раз мы сегодня уже заговорили о трюках, о гимнастах, то давай позовем гимнастку также из Санкт-Петербурга, насколько я понимаю. Лена Васильева, ошиблись. Она уже из цирковой династии, это уже второе поколение цирковой династии латвийских цирковых артистов. Просим вас, ну не на арену, но просим вас в нашу студию. Пусть посидит с нами. Давай.
завтра. Спасибо, спасибо, Елена Васильева, потомственная артистка цирка. Проходите, пожалуйста, садитесь. Себя ощущаю капитаном какого-нибудь корабля. Между тем, пока Елена показывала замечательный номер, у нас тут тоже происходят невероятные номера. Голубь. Николь, как его, кстати, зовут? Голубчик. Голубчик. Он выбрал себе вот Андрея, теперь будет сидеть вместе с ним. Невероятно, Андрей у меня во время выступления спрашивал, говорит, а ты так умеешь? Конечно, нет, совершенно немыслимо. Елена, как вы это делаете? Вот вы расскажите, пожалуйста, о том, как давно вы в цирке? Здравствуйте. Я в цирке с самого рождения. У меня цирковая династия, семья цирковой династии. Именно этот номер я работаю с 14 лет. И все это время я практикуюсь, повышаю профессиональный уровень. Ну, нелегко, скажем так, даже сижу сейчас, немножко задыхаюсь. Андрей Дмитриев просит меня тоже попробовать. Да, ну что же, давайте. Раз я уж попробую. Я с голубем, я могу. Раз уж Андрей с голубем, давайте я попробую тоже покрутить. Не знаю, как у меня получится. Вот. Сегодня все мы попробовали Настя. Себя в цирковом искусстве. Настя, главное... Наталья покрутить. Наталья, нет, я, пожалуй, сегодня воздержусь от талии. Хватит с меня руки. Сегодня все мы попробовали цирковое искусство. Но у нас, кажется, Андрей, есть еще один номер, который Неужели? Мы готовы сегодня показать. Да, Николь, пойдешь. Да. Пойдешь и по параду. Кто же сейчас появится в студии? И я боюсь, чтобы этот кто-то не сел теперь мне на плечо, если честно, Андрей. В нашей студии прямо сейчас появится символ надвигающегося года. Петух. Петух. Он ку-ку-ку. Да, ку-ку-ку. Но петух тоже дрессированный, необычный петух. Он учится только. Он учится. У него там сейчас сколько? 4 месяца петуху, да? 4. Так, ну, Николь, да. Николь, что он умеет делать? Продемонстрируй нам, что он умеет. Он попробует стоять. Тапочки приносит. Тапочки приносит. То есть это фактически домашнее животное, да? Да, он старается сейчас это самое. Видите, как? Так, мне кажется, он испугался. Ну, чуть-чутенько, естественно. А вот петуха дрессировать легко или сложно? Сложно. Сложнее, чем голубей. А почему? А в чем сложнее? Ой, бедненький, осторожно, чтобы он не побился тут у нас. Да. Как его зовут? Нико. Нико петуха Нико. Зовут. Ну что, готов наш артист выступать или сегодня он не в настроении? Нет, он здесь для того, чтобы вы радовались, что есть красный петух, красным будет следующий год красного петуха. Вот ты как он раз. Для да, он для удачи. Вашей большой передачи. Петуха в нашей студии на удачу, значит. Да. Ну что же, тогда проходите с петухом, присаживайтесь. Будем надеяться, что он не захочет тоже поменять место положения. Ко мне не прилетит. Мне бы хотелось на это посмотреть. Лолита, ну еще раз давайте напомним нашим телезрителям, где и когда можно увидеть новогодние выступления Рижского цирка. Одно. 3 января, 18:30. У меня готовы 1А. Это здесь за мостом, сразу с левой стороны, недалеко от Максима, есть новый зал. Зал, который сейчас, в котором работает наш театр юного зрителя. Ну что же, желаем нашим гостям удачи, желаем удачи Рижскому цирку. Желаем вам вернуться в родные скорейшего стены. Скорейшего возвращения в родные стены. Это вы можно пожелать и нам, зрителям цирка, потому что как-то странно ощущать наш город без того, что там, в этом здании, на Меркеле что-то происходит. Ну что же, спасибо вам большое, что пришли. Артисты цирка, его руководитель Лолита Липинска были в гостях у нашей программы.